Моники еще нет. Да успокойся ты. Урок еще не начался. Аня, ты будто бежала от кого-то. У тебя что-то случилось? Моя сестра ходячее зло. Ну и что она уже такого сделала? В общем, дело было так. Пока мама собирается на работу, можем в комнате сестры потусить. Ого, здесь что было, землетрясение? Что? Опять бардак! Ну, я ей сейчас покажу творческий беспорядок. Я уже боюсь представить, что ты с этим хочешь сделать. Получай! Да, вот она какая на самом деле, сестринская любовь. Вот поэтому я и опоздала. Да. Долго, походу, вещи пришлось собирать. Да, Аня, твоя сестра просто огонь! А по-моему, она настоящий монстр. Да, не хотела бы я себе иметь такую плохую сестру. Ну, знаете, на самом деле, она не такая уж и плохая. Серьезно? Извини, Аня, конечно, но что-то мало верится. Пока училка Моника опаздывает, расскажу-ка я вам один день из нашей веселой жизни. Эй, в чем дело? Где настроение? Я в эту дурацкую школу больше не пойду! В смысле? Мне что, теперь дома тебя постоянно терпеть? По-моему, у твоей сестры что-то случилось. Мои одноклассники – придурки! А, ну это не новость. У всех одноклассники – дураки. А мои особенно. Что бы там ни было, свою сестру в обиду я не дам. Правда? Конечно! Завтра же иду с тобой в школу. А я помогу. Надеюсь, вы не сделаете только хуже. Надейся. Эта канцелярия просто волшебная. О, вы только посмотрите. У нашей милашки пополнение. Отстаньте, а! Не многовато ли гламура? Нет, не многовато. Вот, держи. Принес все, как ты просила. И резинку, и свисток. Но сейчас я вам покажу, жучки противные. Пути-пути-пути, посмотрите на меня. Я маленькая Аня. Пути-пути-пути. Виолетта, что ты наделала? Ай, подожди! Твоя сестра тебя защитила, детка. И так будет с каждым. Смешно им, блин. Нам в тот момент было совсем не смешно. Тихо вы, не перебивайте. Кирилл. О! Дело тренажер свободный. Отлично. А ну, брысь, девчонка. Блин. Ладно, возьму тогда мяч. Ха, я первый решил взять этот мяч. Да что ж это такое? О, фитнес-бол им точно не понадобится. Серьезно? Так, детка, наш выход. Эй, вы! Горы-спортсмены, идите-ка сюда! Это вы нам? Что они делают? Ну? Пацаны, как насчет честного спора? Ну и в чем же заключается спор? Поборитесь на руки с моим парнем. Интересно, зачем ему это? Тот, кто проиграет, уходит в спортзал. И одевает костюм талисмана болельщиц.
Будь готов примерить на себя смешной костюм, чувак! Чур, я первый! Данчи! 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 Денчи! Денчи! Блин! Дело сделано! Yes! Ну что, кто следующий? Сава, только ни в коем случае не смотри на эту. Я даже не думал, ни с кем связались. Сава, давай. Ого, какая Ева, вы видели? Что? Так нечестно! А вот и нет. Потрудитесь выполнить все задания. Теперь весь зал в твоем распоряжении. Вы лучшие. О, а вот и наши талисманы. Конечно! Значит, ты сама на Виолетту засматривался, да? Блин, да ты все не так поняла, Ева! Отношения будете потом выяснять. Слушайте, что еще случилось в тот день? Это мне! Мой любимый! О, тортик! Вот блин. А я говорила дверь закрывать. А где мой кусочек? Не знали, что ты придешь. Серьезно, в чем дело? Ладно, я скажу. Ну? Ты слишком много ешь. Мы за тебя переживаем. Что они такое говорят? Кошмар, эти дети настоящие монстры. Никто не имеет права говорить моей сестре, что она много ест. Ну держитесь, сладкоежки. О, Виолетта. Привет, привет. Ну и что это у вас тут? Сладенький перекус. Ну а чего ты, сестренка, не ешь? Аппетита нет. Ну и правильно, что не ешь. В смысле? Ну смотрите, какие у вас здесь тараканы по классу бегают. А-а-а, тараканы! Что за бред? Может, с девчонками это и прокатило, но с нами... Где ты видишь таракана? А вот здесь. А я так и знал, что тот таракан не настоящий. Да ладно, а чего же ты сбежал, как девчонка? Да, Аня, крутая у тебя сестра, конечно. И парень ее тоже классный. Это вы еще не знаете, что было в кафе. Булочки! Не ешь! Аня, это не для тебя! Не поняла. А для кого тогда? Это для твоих подлых подружек. Они любят есть еще побольше тебя. Вот мы и решили их проучить. Как? Накормить их? Почти. Мы накормим их ненастоящими хот-догами. Это как? Булочка будет сюрпризом. А теперь маскируем это все кетчупом. Обалдеть! Осталось только меня замаскировать в официантку. Ого! Чай, кофе, потанцуем. Идут. Фух, как же я устала от этих уроков. Ну что, перекусим? Как обычно. Нам два горячих хот-дога, пожалуйста. Ваш заказ готов. Вот это сервис. Так быстро. 3, 2, 1. А-а-а!
не смешно. Мы тогда жутко испугались. Да, зато мы теперь знаем, кто это сделал. Это не я, это все моя сестра. Знаешь, твоя сестра мой новый кумир. И моя, она очень крутая. И это вы еще не знаете всей истории. Продолжай, прошу. Да, я давно так не смеялся. Итак, дело было в спортзале. Тишина. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да блин, я тут вообще-то йогой занимаюсь. Ну что, погнали. Давай. Новенький, и он настоящий красавчик. Где? Поспешите, он еще в коридоре. Никакого же новенького нет. Да. Ага. Просто твоя сестра гений. Это точно. Люблю вас. Наслаждайся тишиной, детка. И вы реально повелись на это? Ну а что? Это было правдоподобно. Девочки, вы такие глупые. Ой, кто бы говорил. О чем это ты? Сейчас все расскажу. Ябулька, го в кафешечку. Пошли, Аня, ты с нами? Да нет, мне надо еще уроки поучить. Странная она какая-то сегодня. Эй, Сава, ты идешь на тренировку? Нет, я еще немного поучусь. Ну ладно. Блин, ну как я могу у него списать, если он никуда не уходит? Аня, ты что-то сказала? Говорю, а ты чего с Даном не идешь? О, здесь я надолго. Уроки, сама понимаешь. Вот ботан. Походу, твоей сестре опять нужна наша помощь. Ну, я ей домашку точно не помогу сделать. Как и я. Нужно как-то вытащить этого ботаника из класса. О, может, ему кто-то нравится. Ну да, он с ума по Еве сходит, это все знают. Тогда у меня есть идея. О, как же сложно найти нужную книгу. Аня, Ань, лови! Ну и что это? Блин, ничего не понимаю! Надеюсь, я все правильно поняла. Фух, я думал, она уже никогда не догадается. Это еще что такое? Слава, я готова признаться тебе в своих чувствах. Встретимся на перемене за школой. Твоя Ева. Интересно, что же в этом письме такого? У-ху! Yes! Мама Мия, он свалит когда-нибудь или нет? Сава, а чего это ты такой довольный? Да так, надела одну еду. А как же уроки? Любовь мне ждет. И что это сейчас было? Ты времени не теряй. Списывай домашку быстрее. А этот куда ушел? На свидание. С Евой. Блин, ребят, ну вы даете. Если честно, мне Саву даже немного жаль. Ха, пусть знает, как не дала списывать своим одноклассницам. Ой, какая-то неловкая тишина наступила. Так вот, почему ты тогда обиделся. А я думал, ты обиделась и не пришла. Ну я же не знала. Как эта жизнь
мимо. Моника! Здравствуйте, ребята. Моника, вы что, все время были здесь? А как же наш урок? Ох, я вас так заслушалась, что уже и не захотела перебивать. Сказал? Но ведь через одну минуту звонок. Значит, поработаем на перемене. Аня, блин! Ну что все сразу, Аня? Все, как всегда, из-за тебя. You make me lose.